Добрый день, дорогие друзья! И сегодня еще одна история. История Ирины и ее сына Женьки. Женечки, Женьшеня. Обращение 12 апреля 2019 года. Диагноз – аутизм после прививки. В полтора года полная остановка речевого и интеллектуального развития. Блокировка всех структур. Аллергия на пшеничный белок. Не ест жидкую пищу. Неконтролируемые эмоции. Вот с этого мы начинали. Неконтролируемые эмоции, питание. И пошло, и поехало. Прошло совсем немного времени. Первые результаты душа обещала через месяц. Но выдала уже реально позитивные эмоции, чувства, проявления чувств. Выдала уже через 3 часа. И пошло, и поехало. Женечка очень быстро включился в работу, потому что рядом с ним настоящая мама, которая очень много с ним работает. Она с ним занимается, она его ведет, она ему уделяет очень много внимания, она дарит ему неимоверное количество любви. Ребенок очень быстро пошел в развитие. Представляете, интеллектуальные нарушения, да? Аутизм не заболевание аутического спектра, а аутизм диагноз. Сложный случай. Мы сразу думали, что это очень надолго растянется. Но нет. Давайте я сразу с конца. Красота. То, что по питанию Женечка уже ест, все вы поняли, да? То есть интеллект вы видите. Речь вы видите на видео, как пошла. Женечка повторял, кстати, это уже после проработки, он впервые сказал слово «мама». И дальше слово за словом на сегодняшний день речь тоже пошла. Потом ему разрешили ходить в обычный детский садик. И 27 июля мама нам написала: «Хочу поделиться новостями. Женя ходит в детский сад уже не по часу. Она находится там с 9 до 12. Сегодня воспитатель прямо в восторге. Я пришла за сыном, она рассказала мне, что Женек уже несколько дней с удовольствием находится в группе и на улице. Играет с игрушками, мячом на прогулке. Самое удивительное, играл в догонялки с мальчиком». И пошло, и поехало. Представляете, Наташечка, как это классно. После садика ждет меня, смотрит в окно. Если видит машину нашу, берет свою корзинку с едой и стоит возле дверей. Он стал все понимать. Как же я вам благодарна, Наташечка и Андрей. На самом деле, как мы благодарны таким мамам, которые реально уделяют очень много внимания своим детям, которые реально работают с ними, заботятся, которые видят каждое изменение, которые с огнем бросаются в то, чтобы наладить жизнь своего же собственного ребенка. И я знаю, что у Женьки очень многое получится. У него осталась только речь, но уже много слов, уже полное понимание, уже интеллект, уже счет, уже слова. Шаг за шагом ребенок двигается в развитии. И каждый день новости, каждый день новое видео. На самом деле меня очень сильно сразили последнее видео мамы, когда я уже не различаю, не отличаю Женьку от нормотипичного ребенка. Бубочки, молодец, умница. Ты маму любишь? А? Маму любишь? Да. Да, все, я тебя люблю. Ты молодец. Так, Женечек, приехали в детский сад. Давай, отстегивайся. Молодец, умница. Отлично. Выходи. Женя, дверь закрой, пожалуйста. Закрывай. Отлично. Нажимай. Вот на эту кнопочку, Жень. Женя, вот сюда. Отлично. Все, супер, молодец. Стой. Лошадка на нож. Супер. Давай, скажи, пап, давай. Это уже все не тот, батя. Эх ты, старый конь.